Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами, с описанием картин Каналонса «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом». Хвост масла 178 на 121. Это одна из прекраснейших композиций Алонсо Кана, которую он часто повторял, хотя всегда несколько варьируя. В Прадо хранится другая версия, достаточно сильно отличающая в деталях подписанные монограммы. Композиция, безусловно, вдохновлена манеристическими гравюрами, восходящими к рисунку Микеланджело. Микеланджело изображает обнаженного Христа, сидящего на краю гробницы, который поддерживает под руки Мадонна. Однако в позднейших разработках этой темы вместо Богоматери появился ангел. Картина раскрывает в полной мере присущее Алонсо Кана чувство красоты, спокойной и ясной, и свободы его живописной техники. Картина была куплена Карлом III из коллекции маркиза де ла Энсенада в 1709 году и хранилась в Королевском дворе в Мадриде до своего перехода в Прадо. Ну вот такое описание картины Кана Алонсо «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом». Пока-пока, до свидания.